Шымкент преображается и все больше становится похожим на яркий и современный мегаполис. Четыре здания в микрорайоне Нурса теперь не выглядят как раньше, серыми и скучными. Графитчики из Алматы совместно с художниками Шымкента реализуют творческий проект под названием «Великий шелковый путь». Задача у нас такая, то что нарисовать шелковый путь. Мы погуглили, познакомились с историей. Оказывается, здесь как раз именно, вот, возможно, даже на этом месте проходил шелковый путь. И мне кажется, это очень серьезно вообще. То есть много культур всяких здесь прошло, много они подчеркнули. Фасад зданий теперь украшают изображения всадника на лошади и верблюда с поклажей. Графитчики работают над проектом уже больше недели и надеются скоро закончить. По словам художников, работать им в Шымкенте непросто, ведь южное солнце и зной – настоящее испытание на прочность. Ну, я сам по себе просто, очень быстро сгораю, как бы, и на солнце долго находиться немного сложновато. Но, тем не менее, нормально, то есть рисуем, нас это не останавливает. Жарковато, да, немного, но тем не менее мы зонтик придумали, допустим, на вышку поставить, еще какие-то такие приколюшки, и справляемся. Яркие краски выдержат дождь, снег, жару и будут радовать горожан несколько лет, уверяют нас графитчики. Вот только радовать ли? Мы решили спросить шымкентцев и выяснили, что взгляды на современное искусство у разных поколений кардинально отличаются. Если честно говоря, мне нет. Почему? Не нравится. Сейчас 21 век. Не знаю, как-то по-другому можно было. А как можно было по-другому? Сейчас же много по интернету можно найти, посмотреть. Это как-то прошлый век совсем. Хожу на учебу, смотрю, нас тут раскрашивают, рисуют граффити. И мне аж приятно стало прям то, что у нас как бы город обустраивается, то, что становится ярко. В принципе, это правда очень замечательно, да, и аж радуешься, да, то, что выходишь и как красота такая. Как видим, мнений много, но несомненно одно – здания стали ярче и намного привлекательнее. Для любителей современного искусства точно. К слову, граффитисты не против поделиться многолетним опытом создания необычных рисунков, ведь стаж у них больше 10 лет. Современные художники приглашают творческую молодежь города приятно используя провести время. Парни работают над рисунками каждый день с 11 утра и до позднего вечера по улице Арганбекова рядом с торговым домом «Изуми».